фестиваль это любительская штука, да? Это прекрасно. Вы знаете, как? Значит, у нас там будет после корабля через... Нет, ну там же, смотри, в чем прикол. Если включать... Это жены, гроссмейстеры, мастера. И категория Б – это любители, которые могут играть в шахматы. И выживание, вот мы видим, оно пополняется. Вот, и возьми немного детей, и все спортсменов, легкоатлетов, борцов, воспитательная программа, культурных коллективов. И также они будут не играть. И вы уже хотите, чтобы будут дальше играть. То есть вы хотите заставить спортсменов управляющих людей или еще и думать о чем? Да, не заставить, но как они могут решить, дать возможность им и попробовать в этом возможности. Параллельно, конечно. Я сам был на этих спортах по борьбе. Попросить, что вот мой тренер, первый тренер и последний, он сегодня здесь привез детей, будет показать на выступлении. Он за себя много рассказывает. Он подготовил 107 мастеров спорта в Российской Федерации. Поэтому мне не мешало тоже, если немножко играть. Сегодня будет готовить мастеров. Ну, по шахматам, наверное, нет. Но сегодня тенденция такая, и в шахматах. На уровне, если брать международных гроссмейстеров, мастеров, шахматист обязан заниматься и другими видами. Легкой атлетикой, плаванием, все, что ему нравится, что ему подходит. Потому что нагрузки сегодня колоссальные, поэтому просто без физической подготовки невозможно гроссмейстеру выдержать время матча, турнира. Поэтому сейчас и политика такая, вот российская шахматная федерация, и вот все занимались еще активными видами спорта параллельно. Это акция у вас, да? Или что-то ставить на традиционную? Я думаю, что будет регулярно. Мы за вот эти месяцы провели несколько крупных мероприятий, таких турниров. Буквально 1 августа по 15 в Ростове-на-Дону пройдет этап Кубка мира среди женщин. 12 самых сильных шахматистов мира